зима, победы, поражения, группы поддержки и долгожданные медали. Незабываемыми останутся 16 дней зимних Олимпийских игр, которые проходили в Пекине. Команда российской сборной за это время показала блистательные результаты. 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Мы находимся в самом эпицентре события, на стадионе, в месте, где сегодня вся страна будет встречать олимпийских чемпионов, которые возвращаются на родину, в столицу России. Осталось совсем немного времени до приезда наших спортсменов. Совсем скоро по этой красной дорожке они пройдут к тем, кто болел и переживал за них на протяжении всей Олимпиады через экраны телевизоров. Большой командой, это была поистине настоящая командная работа, которая показала, что трудности, вызовы делают нас только сильнее. Мы верим, чувствовали, видели сообщения, которые нам присылали, и даже родные записывали видео. Все это чувствовалось, и хочу сказать благодарность всей стране, что болели за нас и поддерживали. Ну, устали немного, если честно, но такая церемония. Спасибо большое там всем болельщикам, всем, кто пришел, и очень приятно. Я хочу сказать большое спасибо всей большой нашей дружной олимпийской команде. Когда мы участвовали, но это долгожданная для нас Олимпиада, потому что на первую мы, к сожалению, не попали, и, наверное, для нас было счастье вообще находиться там. Учитесь, пока есть возможность и пока есть время. И нужно учиться тому, что тебе действительно, наверное, интересно. Мы гордимся нашей сборной и верим, что впереди нас ждет еще множество громких побед. Спасибо, родные олимпийцы!